Профессиональный футбольный клуб «Арсенал» вместе со спонсором брендом «Арсенальная» продолжает радовать болельщиков встречами с их кумирами. На этот раз Барри Чек-Ин, 12-й игрок красно-желтых, мог сфотографироваться, взять автограф или просто пообщаться с Дмитрием Айдовым, Михаилом Левашовым и Никитой Бурмистровым. Встреча прошла очень, очень так в хорошем ключе, с добрыми отношениями, но и ведущий, назовем его так, Евгений Овсянников, всем известного. Он добавил настроение, да, добавил всевозможных конкурсов, что, несомненно, украсило встречу. Ну и были вопросы. Поначалу публика раскачивалась, да, была не слишком активна. Потом уже пошли вопросы достаточно откровенные из жизни, да, команды, из жизни клуба. Ну и думаю, что футболисты ответили даже больше, чем могли. Да. Я услышал только вопросы те, которые болельщикам были интересны. Поэтому такие встречи – это очень хорошо, что люди могут прийти, пообщаться, задать какие-то вопросы, которые их беспокоят. Не брать новости из интернета, там, с сайтов каких-то, а непосредственно узнать от первых лиц. Будем надеяться, что встреча с болельщиками зарядит наших футболистов положительной энергией, и они покажут достойный результат в матче с Анжи.